В последние годы количество людей, имеющих проблемы аутистического спектра, начало стремительно увеличиваться, что требует создания необходимых условий для оказания помощи и обучения детей с этой проблемой. В связи с этим в Бресте реализуется проект международной технической помощи «Развитие приграничного сотрудничества в оказании помощи детям с аутизмом» на польско-белорусской границе в рамках программы «Польша-Беларусь-Украина» 2014-2020. Идея этого ресурсного центра, который разместится в данном здании, она возникла тоже не случайно. В последнее время ожидается очень много детей с аутизмом, для которых необходимо создать специальные условия для их обучения, для того, чтобы оказывать им помощь. Вот. Поэтому здесь, на этой базе, разместится ресурсный центр и классы второго отделения нашей вспомогательной школы. Сложность создания такого центра выражается в построении нужной среды и привлечении педагогов и медиков со специальным образованием, умеющих работать с такими детьми. Но немаловажно и то, где и в каком помещении будут заниматься ребята, получать знания, проводить утренники. А поэтому строительство центра активно продвигается. Здесь будут специальные коррекционные кабинеты, оборудованные для того, чтобы оказывать помощь различную детям. Очень надеемся на то, что мы сможем подготовить всех необходимых специалистов, которые необходимы нам в этом центре. Для нас такой день, 1 сентября, когда детки придут в школу и сядут за парты. Я очень надеюсь, что сядут они вот в эти новые, красивые, отремонтированные классы. Строительство самого центра, его внутренняя отделка, оснащение оборудованием – это важно. Но не меньше внимания уделяется благоустройству внешней территории. Ведь оно также играет огромную роль для создания удобства и безопасности детей, посещающих учреждения. Уже в ближайшее время планируются работы по возведению детских площадок для активных видов спорта, стоянок для машин, а также налаживание освещения вокруг данного участка. К началу учебного года нам поручено закончить данный проект благоустройства. Вот на этой территории будет спортивная площадка, огороженная сеткой для игровых видов спорта. Мы сейчас полностью от улицы Буденного до Дзержинского в комплексе сделаем красивый тротуар, освещение светодиодное, ну и, естественно, газоны. Данный участок, конечно, заиграет другим цветом. Все будет создано для детей, которым требуются специальные условия, поэтому окончание строительства и благоустройство территории планируется уже к началу сентября. А это значит, что дети уже совсем скоро познакомятся со своими преподавателями и друзьями в своем новом доме знаний.